Друзья, всем привет! Сегодня приехали на Белозерск такой вот бандой. Серега, Юра, я. Попробуем половить. Посмотрим, второй теплый. Может, получится половить плотву. Может, что-то еще попадется. Будем смотреть. Приехали, было еще темно. Сейчас потихоньку разложились. Сделали прикормку, пока она настаивается. Пацаны вяжутся. Сейчас будем пробовать уже кормиться. И, естественно, уже будем пробовать наконец-то ловить. Так что, приятного просмотра и погнали. Что первый заброс? Посмотрим, есть ли рыба на точке или нет. Пришла она на наш корм. У Юрика уже были поклевочки. Начинаю с 80 сантиметров поводка. Пацаны, кто 60, кто метр поставили. Будем пробовать, смотреть. 16-й крючок. Корм плотва и орех лещ от РСа. Будем смотреть. Опа, вот первая у нас и рыбка. И уже, наверное, сошла. Не, что-то есть. Но, к сожалению, не то, что я рассчитывал. Что это у нас? Плотвичка. Да? Че, будем брать такую? А? Хоть садок в этом году уже хоть разложу. Вот поклевочка опять аккуратная такая. Вообще еле-еле. То есть, знаешь, как будто сравнить это как подлещик аккуратный. Вообще аккуратно берет. О, есть. О, это даже, слышишь, кстати, посерьезнее плотва будет. Смотри, какая хорошая. Ну, но поклевка такая вообще аккуратная. Что, может, даже и подсак надо будет? О, бьет как хорошо. А, в траву. А, это окунь. Окунь. Но и чуть-то еще леску зацепил. А, он еще и сошел у меня, класс. Что, окунь, что ли? Не, плотвичка. Что-то я такой посмотрел на Серегу, а у меня отстрел, как подлещик, прикинь. Да нет, он даже не сопротивляется, он еле-еле что-то. Ну, сейчас под берегом уже начинает немножко. Уже какой окунь, блин, дурноватый. Не, плотва, наверное, уже ходит. Да, плотвичка. Так, что это у нас? Плотва или наноокунь? Не поднимает. Плотвичка небольшая. Но все равно поклевочку увидели. И это очень хорошо. А сейчас просто тупо на счет попытался. Тупо на счет. Посчитал. И что-то есть. Что-то небольшое. Ну, плотвичка. Давай. О, вот это уже плотва хорошая. О,
Вот это мне нравится. Либо может что-то даже и другое. Ну, такое чувство, как плотвичка такая, типа магазинной. Даже немножко даже что-то бьет. И наверх не идет. Либо окунь. Что там? Окунь. Смотри, да, такой. Хорошенький. И в шахту. Прощай, Дима, с крючком. Что-то немножко подбивает даже. Латвичка. Ты, ё-моё, вот это дал. Вот сейчас чисто настоящая летняя поклевка плотвы была. Отдай палку. Что я рассказывал? О, даже что-то даже бьет так. Интересно, что это у нас такое? А это у нас уклейка, смотри, какая хорошая. Смотри, какая, да? Серега, не крути, как блесной. Правая рука. Ох ты, поклевка-то была какая. Да. Ты таки про карася говорил, ничего нету. Я меньше килограмма не ощущаю. Я вас понял. Потому что как только я к тебе подхожу, у тебя клевать начинает. Это не то, блин. Нормально так даже что-то лупит. Наверное, окунь. Да? Либо плотва. Тут выбор небольшой. Не, плотва хорошая. Плотва нормально. Оба. О, ой-ой-ой, слышишь? И тут хорошо ее щука потрепала. Смотри с этой стороны, Серега. Подкусанная? Да. Бля, ебать, там хвост, да? Смотри. Ну, нормально жамкнула ее тут. Юрик, слышишь, смотри, когда лупанула. Первое впечатление, что хорошо либо по зубам дал, либо она там есть и хорошая. Поклевка вообще аккуратно максимально была. Прям максимально аккуратно. Не, что-то есть. Неплохая, в принципе. Ну давай, добивай уже. А ты ёб твою. Ну что, друзья, на этой увлекательной ноте будем потихоньку закругляться. Сегодня половили немного, конечно, не так, как хотелось. Хотелось хороших увидеть батонов, грамм 300-400 плотвичку. Но как есть, так есть. Немножко удовольствия получили. На природе отдохнули воздухом, подышали. В принципе, все устраивает. Можно потиху собираться, складываться и отправляться на Брест. Сейчас в конце видео покажем результат, кто что словил. Серега все-таки не успокоился, смотрю, еще достает. Все, палец вверх, до новых встреч. Посмотрим. Такой ловчик. В принципе, рыбалкой как бы как-никак, но доволен. Ну покажи, Юрик. Вылетел повар бан. Знаю. Ну вот. Карасики хорошие. Один есть такой. Плотвичка. Плотвички. То есть нормально. Малому, блядь.
Ну, вместе с корягой сразу же. Ну, что-то есть. Все. Ты доволен? Конечно. Ты, Юрик, доволен? Конечно. Ну, все, половили. Так что, друзья, всем пока. Лайк, палец вверх, комментарий. Всего хорошего и до новых встреч.